Приветствую вас, Александр. Я, честно говоря, не думал, что вы осознали до конца, по крайней мере, я не думаю, что вы осознали ситуацию, которая произошла, вот. Потому что вы по-прежнему задаете этот вопрос, что вам делать, да, и как, как человеку вернуть, по сути. То есть вы задаете этот вопрос, вы спрашиваете, как его вернуть, хотя на самом деле человек ушел, в принципе, именно потому, что вы вели себя неким образом для нее неприемлемым. Для девушки, я имею в виду. И, на мой взгляд, вот то, что вы нуждаетесь в том, по поводу чего были ваши требования, вот, условно говоря, вот это, скорее всего, ну, никуда не делось. То есть это, скорее всего, по-прежнему с вами, это, скорее всего, по-прежнему у вас, это, скорее всего, вас по-прежнему волнует, по-прежнему беспокоит, вот, то, что вы грустные, то, что вы требовали от нее внимания и заваливали вопросы по поводу дальнейших планов в отношениях. Вот. Я не думаю, что это просто взяло и исчезло. Вот сейчас, на данный момент, значит, если это не исчезло, вот, то оно даст о себе знать. Оно даст о себе знать рано или поздно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, первое, что нужно, это определиться с тем, каким образом вы оказались в этой ситуации. Вот. Что вы были грустные, что вы требовали от нее внимания. Вот. Что вы, по сути дела, хотели некой такой определенности от нее, и ваши требования были связаны, ну, на мой взгляд, именно вот с этим, именно с тем, что вы не чувствуете вот определенности какой-то. И дальше, после того, как будет проведена с вами работа, после того, как вы действительно будете понимать лучше какие-то вещи, и после того, как вы будете лучше разбираться в себе и понимать, например, да, что вам нужно, чего вы хотите для себя, а чего хотите для девушки, вот, вы сможете скорректировать свое поведение таким образом, чтобы девушке с вами было более
комфортно, чтобы ей с вами было более спокойно, более определенно, что ли, вот. И тогда у вас появятся действительно все шансы на то, чтобы ее вернуть. Вот. Ну, при условии, конечно, что у нее будут к вам чувства, да, то есть, ну понятно, что, если чувств не будет к вам у нее, вот, то вы ее не вернете. То есть здесь 50 на 50, она могла с вами прекратить общение просто, потому что у нее изначально не было к вам серьезных эмоций, серьезных чувств. Вот. И любые вот трудности, которые могли бы как-то ее, да, от вас отвратить, они по сути это и отвратили ее, но это в таком случае говорит о том, что она не чувствовала к вам сколько-нибудь серьезных чувств. Вот. Либо вы просто сами того не желая, да, ее от себя оттолкнули. Вот. Но это, опять же, мне кажется, нужно выяснять непосредственно в беседе с вами, потому что так пока информации нет, ну, слишком мало информации, так, пока что об этом, о том, вот, как ваши отношения развивались, какие были чувства у вас и есть, какие были есть чувства у нее, вот, по поводу чего вы вообще взаимодействовали, что вас объединяло, вот, что общего между вами было, то есть это вот то, над чем, на мой взгляд, нужно работать, вот, то, что нужно исследовать. Соответственно, дальше, именно дальше, вы, начав вести себя по-другому, а это станет возможным благодаря вашему изменению, вашему изменению восприятия себя, вот, вы сможете продемонстрировать девушке более направленное на нее отношение, вот, именно на нее, не на вас, а на нее, вот, что и приведет, собственно, к тому, что у нее будет возможность продемонстрировать вам свои чувства, какими бы они ни были, да, то есть она продемонстрирует вам либо позитивные чувства, вот, то есть обратно развернется к вам, вот, когда увидит, что вы больше в ней не нуждаетесь, вот, настолько, что вызывает в ней какое-то сопротивление. Вот, либо она продемонстрирует безразличие. Очень важно, чтобы то, что вы, например, делали, то, что вы будете делать, очень важно, чтобы то, что вы собираетесь делать, например, работать над собой, заниматься психотерапией, вот, очень важно, чтобы этот процесс был для вас, вот, не для нее, да, а для вас, потому что она может и не вернется. Вот. Шанс, конечно, есть, шанс есть всегда, вот, но она может не вернуться. Вот. То есть, с ней отношения ваши могут быть закончены. Это неприятно, но это, к сожалению, это правда, вот, поэтому здесь за неимением такой вот определенности какой-то, вот, вам лучше
полагаться на себя, вам лучше делать только для себя какие-то вещи. И исходя из этого, я должен, соответственно, вас спросить, что вы именно готовы сделать для себя. То есть, ну вот именно, что вы готовы делать для себя, что вы готовы, какие действия вы готовы предпринять именно для себя, что вы готовы изменить, поменять для себя, и готовы ли вы это сделать. То есть, ну, при условии, что девушку это может быть не вернет. Вот с этого нужно начать. Дальше. Определитесь также с целью, почему вы хотите ее вернуть. То есть зачем вам это? Зачем вы хотите ее вернуть? Вы хотите это сделать больше для нее, или вы хотите это сделать больше для себя? Ну, вот, это нужно определить, потому что достаточно это важная история. Вот, достаточно это важный момент. Вот, ибо если вы хотите вернуть ее, допустим, для себя больше, вот, то это означает, что все ваши проблемы в отношениях повторятся, потому что, ну, желания, которые были, они остаются неудовлетворенными и зависимыми от поведения девушки, от ее отношений. Вот, и, соответственно, если она уйдет от вас еще раз, то очень может быть, что это уже будет насовсем. То есть, ну, вы ее уже не сможете вернуть. Ибо каждый раз человека возвращать будет все сложнее и сложнее. Вот. Соответственно, если вы хотите вернуть ее для, допустим, нее, то есть, ну, если вы для нее этого хотите, вот, то в таком случае желательно донести до нее и, ну, как-то вот продемонстрировать ей, что она будет в выигрыше только если вы будете вместе. Вот. А для этого, соответственно, нужны действия, значимые для нее. Не для вас, а для нее. И это вот в какой-то степени такая не самая легкая задача, потому что этому будет, вероятно, мешать то, что вам хочется, ну, для себя. Вот этому будет мешать, вероятно, вот такая история. Поэтому так важно не подавить. Собственные желания, да, вот, так важно не подавлять собственные желания, вот, а именно, вот, именно отделить одно от другого, вот, чтобы не мешало. Такой, в принципе, может быть вам ответ на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится.